Привет, ребята. Добрый вечер, друзья. А что это ты делаешь, Мишутка? Понимаешь, Сыря, я тут одну лесную историю слышал от знакомого барсука. Хочу к ней картинки сделать, вот, смотри. О. У дедушки ежика было два внука и ежонка. Однажды он позвал их и сказал: «Есть у меня для вас, дорогие мои внучата, подарочек. Только вот беда, подарок один, а вас двое. И я решил отдать тому, кто из вас больше любит лес». Ну, ежата, конечно, стали на перебой кричать: «Я!» Вот. Ну и кто из них прав? Вот, Сычка. Дедушка еж тоже задумался так и решил своих внучат испытать. А как испытать? Как? Проверить не на словах, а на деле. Он им говорит: «Идите, внучата мои жаточки, погуляйте по лесу, поглядите по сторонам и принесите мне то, за что вам лес больше всего нравится». Да какое же это испытание по лесу прогуляться? Это одно сплошное удовольствие. Я люблю лес. Там хорошо, там деревья, ягоды, грибы. А какой воздух, а какие цветы на полянках растут. Правильно. Вот один внук, смотри, принес дедушке букет цветов, пару грибов и горсть ягод. А другой принес целый мешок, смотри. О, да это же мешок с мусором. Вот дедушка и спрашивает: «Неужели ты в лесу ничего лучшего не нашел?» А внучка отвечает: «Нашел, и грибы, и ягодки нашел. Только лес наш такой красивый, и весь этот мусор только его портит. Особенно брошенные пакеты, банки, бумага всякая, да. Они мешают расти и траве, и деревьям, и грибам, и ягодам. Вот мне и пришлось немного там прибраться, порядок навести». Ой, Мишутка, а можно я дальше сам доскажу? Давай. Дедушка подарок отдал тому внуку, который в лесу убирал. Но он же о лесе заботился. Значит, ты правда его любил. О, Филя, какой ты сообразительный. Ой, правильно. Не тот лес любит, кто в нем грибы и ягоды рвет, а тот, кто его бережет. Это точно. Да. Ну, а теперь давай мультфильм смотреть. Давай. Условный знак я узнал случайно. Нужно пальцы сделать так. Только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Команда. Первый период подходит к концу. Команда Тим Тимыча ведет 2-0. Да, чувствуется разница в классе. Перерыв. Как нечестно! Их шестеро, а нас только двое! Можете хоть весь ваш класс позвать, я все равно выиграю! Ты уверен? Ну, Дим Димыч, сам напросился! Дети фиксиков, как и человеческие дети, учатся в школах. Но школы у фиксиков необычные. В каждом классе не больше 10 учеников. Вот в Симкином классе их всего 6. И класс не сидит на одном месте. Сегодня урок проходит в холодильнике, завтра в компьютере, послезавтра в пылесосе. Так фиксики знакомятся с разными приборами и учатся ухаживать за ними. Класс!
какой у нас счет? Душа нашего класса Шпуля. А можно я на воротах, а? Лицо нашего класса Верта. И лицо, и фигура тоже. Сдаешься, Дим Димыч? Сами сдавайтесь. Не спи! Будете на меня кричать, вообще играть не стану. Ну и команда у вас. Шесть-ноль! Это разгром! Перерыв! Нас ждет третий период. Чего-то нам не хватает. Я знаю чего. Уверенности? Расчета? Красоты? Скорости? Нам не хватает команды! Симка права! Нужно помогать друг другу! Тогда вот что! Ясно! Сегодня. Спокойной ночи, друзья. До свидания, ребята. Да, обязательно почистите зубки перед сном. Вот. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, бай-у-бай. В сказке можно покататься на луне и по радуге промчаться на коне. Со слоненком подружиться и поймать перо жар-птицы в глаза.